Нихао, леди и джентльмены, рад приветствовать вас на канале topchannel.ru. И сегодня у нас в обзоре очередной популярный в будущем и уже набирающий очень резко популярность кошелек, в этот раз для девушек, для женщин, который называется Alligator. В отличие от других клатчей, которые часто заказывают оптом из Китая, этот кошелек ориентирован на женскую аудиторию, и он поставляется не под брендом Bylary, а под брендом, который называется Jesse Lang. И посмотрим поподробнее о поставке. Хочется сразу отметить, что его вес несколько меньше Bylary Italy или Bylary Business кошельков, где-то 180 грамм. Поставляется вот такой вот завернутый целлофанчик, чтобы ничего не потерлось, особенно не потерлись друг от друга эти клатчи при транспортировке. Внутри вот такой вот фирменной бумажкой обернут сам кошелек Alligator. И для того, чтобы, опять же, смягчить всякие возможные воздействия внешней при транспортировке, сюда вставлена такая вот поролоновая штучка. Этот клатч, этот женский кошелек набирает бешеную популярность, основываясь на трех факторах. Во-первых, он очень узнаваемый, у него очень нетривиальный дизайн, который вызывает восхищение, вопросы, внимание у других. На самой главной части его расположен такой достаточно натуральный аллигатор, который как будто бы всплывает из-под воды, очень реалистично смотрится. И в целом клатч выполнен под кожу крокодила, то есть под такие вот рептилии. Что касается самого функционала, что касается его эргономичности и насколько удобно им пользоваться, конечно же, это кошелек, и тут должно быть много карманов, и удобно доставать различные из него вещи, деньги, карточки и так далее. Поэтому здесь сразу же в верхней части приветствует нас вот такой вот кармашек. Сюда можно положить то, что не жалко потерять, например, какие-то бумажки, которые нужно срочно достать, и не требуется раскрывать сам клатч. Фиксация происходит у нас на обычную кнопочку, и вот на верхней части есть отдельные кармашки для карт, различных карточек, документов с таким вот окошечком. И здесь внутри есть секретный потайной кармашек, может быть, для каких-то банкнот. Основная часть для денег располагается во второй части. Очень много отделений, как девушки любят, можно каждую номенклатуру банкноты разложить в свой кармашек. И дополнительно, конечно же, есть тоже карман. А здесь уже самые, наверное, крупные деньги сюда пойдут. Или что вы хотите спрятать. И дополнительный отдел вот на такой вот защелке. Кстати, здесь специальный такой мешочек, влага, впитывающий, абсорбирующий, чтобы ничего у нас не навлажилось, пока будет ехать. В общем, сюда можно запихнуть, например, какую-то мелочевку или, опять же, деньги, карточки, как будет удобно. И что радует, есть и дополнительные карманы для, наверное, карточек, которые будут пользоваться чаще всего, потому что открыл, достал отсюда карточки, которые нужны, например, банковские карточки. И по брендированию кошелька хочется отметить, что есть маркировка, вот такая вот замечательная металлическая золотая заклепка, на которой выгравировано Jesse, название вот этой вот модели кошелька. И помимо прочего, есть внутреннее тиснение с названием фирмы. Вот здесь вот внутри тоже можно отличить какую-то дешевую копию от нормального кошелька Alligator, который можно купить оптом напрямую из Китая. И, конечно же, куда же без разнообразия цветов, помимо такого черно-золотого, наверное, в будущем очень популярного цвета, можно приобрести кошельки такого красного цвета, причем я даже назвал бы его малиновым. Alligator, соответственно, тоже здесь малиновый. Ярко смотрится, достаточно взросло, не какая-то детская игрушка, а смотрится, одним словом, дорого. И, конечно же, есть классический черный цвет для тех, кто любит классику. Такой цвет сочетается с любой одеждой, с любым стилем, потому что все-таки этот кошелек – это не только удобное средство для переноски каких-то документов, денег, бумажек, но и стильный аксессуар. Именно поэтому этот товар можно отнести к высокомаржинальным, потому что у него есть своя фишка. Это вот такой вот симпатичный, а может быть и какой-то агрессивный аллигатор, и с помощью которого можно увеличить стоимость за счет нетривиальности дизайна, за счет его уникальности. И немаловажный в конце момент, дизайн, функционал, скажем так, эргономичность кошелька, все отлично, но и важно исполнение. Учитывая стоимость кошелька, это не кожа, это кожзам, но это поставщик, который делает самые качественные кошельки Bylary, в том числе. Это один и тот же поставщик, который находится в провинции Гуандун в Китае. И поэтому качество материалов, как всегда, на высоте. И по качеству, по материалам все отлично. Вот эта часть, которая должна быть плотная, толстая, она действительно плотная, толстая, легко гнется. И я уверен, что даже после длительного использования вот эта лакированная часть, она не затрется. И кошелек, клатч прослужит не один год.
А я благодарю вас за просмотр видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и удачи вам в бизнесе!